Есть такая фраза «разделяй, властвуй». Все знают, что раньше был единый проязык, единая культура. Для того, чтобы управлять народами, начали народы разделять. Была Индия. Взяли, ввели туда новую идеологию и разделили два народа. То есть теперь это Индия и Пакистан. Теперь они постоянно друг с другом воюют. И те силы, которые стоят над этим всем, они просто управляют. То же самое произошло с нами. Это Россия, Украина. То есть Украине придумали свой флаг, хотя до 9 века Киев был столицей Руси. Ну и сейчас Россия с Украиной уже она вошла в горячую стадию войны. На данный момент пришло время, когда нужно объединяться. На Украине это все понимают, в Беларуси, в России. И объединяться только можно на единой, на нашей культуре. Пришло время возрождать нашу культуру и становиться одним единым сильным народом.